минут она будет длиться. Вы ее можете делать каждый день с утра. Если вы ее будете делать постоянно, вы почувствуете, как вы становитесь гибче и пластичнее. С вами я, Екатерина Юрочкина. Приглашаю вас на мой бесплатный первый урок по Zoom. Описание в ссылке профиля. Итак, начинаем. Для этих упражнений вам понадобится коврик. Итак, вы проснулись утром. Начните со вдоха, поднимите руки наверх, ладошки вместе. И начинайте вытягивать позвоночник наверх. Тянемся, вытягиваемся. Потянулись, растянули. И пошли вниз, растягиваем спину, поставили руки на пол, висим, отошли головой. Дышим, тянем спинку, стоим 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пружиним 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Медленно поднимаемся. Позвонок за позвонком. Опять поднимаем руки наверх, ладошки вместе. Еще сильнее вытягиваемся. Тянемся. Вытягиваем позвонки, раскрываем руки в стороны, ладошки на себя, тянем руки в разные стороны, шею вытягиваем наверх, тянемся, растягиваем, стоим, медленно опускаем руки вниз, берем замок, потянулись, стоим, держим, и очень медленно уходим вниз, руки в замок, тянемся и расслабим руки и пружиним вниз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, медленно опять поднимаемся наверх и последний раз. Вытягиваем спину, позвоночник, тянем, вытягиваем. Одну руку вниз, потянулись за правой рукой, опустились как можно глубже, тянемся. И пружиним на 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вытянемся опять, правую руку вниз, уходим как можно глубже, смотрим на левую руку и пружим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Разводим руки в стороны, ладошки на себя, вытягиваемся, чувствуем, как все тело у нас вытягивается, затылок тянем наверх, руки в разные стороны. Медленно опускаем, беремся за руки, тянемся, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Медленно опускаемся, руки наверх, расслабляем руки и пружиним, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Начинаем приседать вниз, наверх. 2. Разминаем наши колени. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Становимся на колени. Прогибаем спину. Идем вверх и вниз. Разогреваем поясницу. Разминаем, прорабатываем весь позвоночник. Стоп, колени на ширине плеч. И встаем в позу собаки. И опять на колени прогнулись. И еще раз в позу собаки. На колени прогнулись. И еще раз в позу собаки. На колени прогнулись. И последний раз.
ноги вместе, колени вместе, вытянули руки и расслабили спину. Расслабляем поясницу. Восстанавливаем дыхание. И потихоньку садимся. Итак, друзья, я вам показала такую 5-минутку утренней гимнастики. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите вопросы, и я с удовольствием вам на них отвечу. С вами была я, Екатерина Юрочкина. До новых встреч!